Политические реформы – это долгосрочный процесс, считает депутат парламента Маулен Ашимбаев. Свою точку зрения мажилисмен высказал, выступая на общественном обсуждении проекта конституционной реформы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. По словам депутата, после внесения изменений в Конституцию реформа не закончится, и после изменения основного закона страны менять придется большое количество законов, обеспечить их реализацию и, самое главное, адаптироваться всем госорганам, правительству и парламенту к новой системе государственного управления. Вижу три ключевые задачи в рамках конституционной реформы. Первое. Нам нужно усилить систему сдержек и противовесов между ветвями государственной власти. Вторая задача – это обеспечение прозрачности в деятельности государственных органов, министров и акимов. Необходимо на стадиях проработки тех или иных важнейших государственных решений, проектов законов, чтобы общественность была вовлечена в обсуждение в этих важных решений и имела возможность влиять на окончательный вариант этих решений. И третье заключается в том, что мы должны четко сформулировать механизм формирования правительства.